Утро всем. А у меня уже щеки замерзли. Но еще только рано утром, мы только вышли. И сегодня у нас по плану катание на лыжах. Мы идем сейчас в пункт, где можно снять лыжи. Лыжи, ботинки. Возьмем эти все с собой. И пойдем на автобус, и на автобусе поедем в парк. И в парке есть лыжни, на которых можно кататься. Я катался последний раз сколько? Лет 30 назад, если не больше. Так что Амалия только в прошлом году только с горок в течение часа каталась. Так что попробуем. Но сегодня у нас только беговые лыжи. Попробуем, что получится. Во всяком случае, если даже... Да, да, да. Если даже мы быстро не будем кататься, будем кататься медленно, во всяком случае, мы хоть погуляем в парке, погуляем в лесу. А парк находится в лесу. И мы будем падать. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что мы будем постоянно падать. Все, а сейчас идем в пункт проката лыж. Давай. Да, ну пошли. Мама ничего не сказала еще. А мама еще ничего не сказала? Мама не любит говорить. Не знаю. Доброе утро. Веселиться. С утра до вечера в Тромсе народ веселится. Я чуть не упала. Вчера там вечером веселье было, с утра уже веселье начинается. Это, видишь, такая этот рыболов на лодке. А красиво. Это просто для того, чтобы красиво было. Память. Ну какая красота. Мы уже взяли лыжи. Взяли лыжи на прокат. И вот ждем автобуса. Вот. С палками. Да, наблюдать нас. А я тащу все лыжи. Ты со всеми лыжами? Да, со всеми лыжами. А ты, да. Когда приедет это? Автобус у тебя приедет. Солнце будет только через 2 дня. Первый раз, но уже видно там освещение. Видны уже отблески солнца. Красивое небо. Мы приехали. Мася уже встала на лыжи. Ну давай, катайся уже, иди. Не, ну, надо о! Масика поехала. А природа какая классная сегодня. Сегодня день великолепный. Сейчас я до тебя тоже дойду. И мы находимся в таком парке, лес. Вау, там солнце должно взойти, прямо аж светится. И вот Ира здесь уже тоже. На лыжах. Ждет меня, пока я закончу фотосессию. Ладно, поехали. Да. Давай, езжай. Да. Я упала. Молодец. Давай, пошла дальше. О, ходи вперед. Пусть тренируется. О, молодец. Молодец.
Ну что, такие лыжи тебе нравятся? А Маля, язык засунь, заморозит. А, Машка, куда поедем? Куда идем? Ну, озеро там, по-моему. А, поехали к озеру. Давай, вперед. Иду, иду. Мы идем, идем. Не, ну падать не надо, ты вставай. Покажи, как ты умеешь ехать, не падая. Давай, вставай. Опирайся на палки и вставай. Молодец. Так, теперь... Да, очень красивые виды. Это на. Где смешались куча коней, люди. Он не нарушает, помогай. Олень, вставай. Олень не может встать. Повернись на спину. Ой. На спину повернись. И... Амаль. Ладно, я иду помогать. О! Все, иду помогать. Саш, пошли. Сделали кружок по этому озеру. Не знаю, на кружок. Конечно, он мы оттуда же. Да, мы на одном мы по целине прошли. Не по лыжне, а вот это наша лыжня. Вот это мы шли. Мы протоптали лыжню. Теперь нашли кресло. Скамейку. И теперь на скамейке у нас пикник. Маська с удовольствием кушает. Не, сейчас на улице где-то минус 8, не больше. Тебе тоже холодно? Да, она все время в снегу валяется, вот оно холодно. У нас целый термос чая. Сейчас будем пить. Горячий-горячий. Я его открыл, он кипяток. Хотя на таком морозе он стоял. Хороший лишний термос. Такая природа. Сегодня уже совсем светло, уже день, хотя солнце еще, наверное, только вот послезавтра вылезет из-за... Все равно там освечивается вдалеке. Солнце, но еще не вылазит. Но я уже из него вот светло стало. Привет! Привет! Наш сегодняшний лыжный день.
Все, мы сделали большой круг вдоль озера. Катались, наверное, часа 3-4 часа катались. И сейчас возвращаемся. Все, сняли лыжи. Вон, стоят. И будем возвращаться, сдавать лыжи, пойдем отдыхать. Был хороший день. Настроение уже такое предсолнечное. Все, будьте с нами. Всем привет. Завалило все снегом, все дороги в снегу. Бедные машины. Хлопья, вон какой снег. Снежинки на мне. Доброе утро. Мы вышли из гостиницы рано-рано, еще совсем темно. Все спят. Мы только с Ирой идем, а все остальные вон еще на мне спят. И сегодня мы едем